что тут у нас? Все в порядке? Поступил звонок, будто у нас дома какие-то сложности. Ясно, ясно. Ага. Хотите убедиться, что все в порядке? Слегка дождливо для тренировки, не находите? Разве девочкам не нужно делать уроки? Они всегда делают свои уроки. Тунди лучшая в классе, Лин и Иша тоже. Считаете, что мы слишком строги с этими детьми? Да, это так! Наша работа – оградить их от влияния улиц. Хотите в чем-то там убедиться? Так будьте уверены. Перед вами будущие адвокаты, врачи и парочка звезд большого тенниса. Вы должны понимать, что шансы достичь успеха, о котором вы говорите, ничтожно малы. Вы допускаете ошибку, но я позволю вам ее совершить. Только взгляните на их удары. Хорошо. Напомните, как вас зовут? Я Винус. Я Сирена. Ну, что скажете? Я составил 78-страничный план развития карьеры девочек еще до их рождения. Да, детка, да! Девочки великолепны, почему я о них не слышал? Они из Комптона. Все хорошо, они просто еще не встречали таких симпатяг. Она нервничает. Наступай! Еще пара таких наступлений, и вам придется отступить вовсе. Я думаю, перед нами второй Майкл Джордан. О, нет, братишка, у меня их целых два. Следующий шаг вы делаете не только ради себя, но и ради каждой маленькой темнокожей девочки на планете. Я тебя не подведу. Конечно, нет. И пусть какого-то там Ричарда Уильямса никогда не воспринимали всерьез, вас будет уважать весь мир. Ты выйдешь с высоко поднятой головой. Ты чемпионка. И скоро об этом узнают все. Самое опасное создание на Земле – женщина, которая умеет думать. Да, бабуля. Для нее нет ничего невозможного. Покажите им, насколько вы опасны. Винус и Сирена завоюют этот мир. Король Ричард. Винус Уильямс, кто твой лучший друг? Ты, бабуля. Сирена Уильямс, кто твой лучший друг? Винус. Ну и ты. Нет, ну давай ты, это слышали. Конечно.